Здравствуйте! Добро пожаловать в очередную серию уроков по веб-разработке. В этой серии мы рассмотрим выгодную покупку VPS-хостинга или виртуального сервера и его полная настройка от установки до публикации сайта с нуля. Это не так сложно, как может показаться. Мы расскажем доступно и понятно для всех, кто не имеет практики работы с Linux. Устанавливать мы будем только чистый образ Debian, без использования зачастую доступных только за дополнительную плату панелей ICP Manager Lite или Pro и C-панель. Вы узнаете, как с нуля поднять веб-сервер своими силами. Уровень требуемых знаний, быть внимательным и, пожалуй, все. Мы расскажем о нашем опыте поиска дешевых и стабильных виртуальных серверов на примере очень доступного Time4 VPS. Данная площадка расположена в Европе, а именно в Латвии. Цены очень доступны по сравнению с популярными российскими интернет-хостингами и очень многими заграничными. Даже на текущий курс рубля 63 евро за рубль он является очень дешевым, качественным и стабильным. Наши площадки уже более полутора лет расположены у данного интернет-хостера, и никаких сбоев, аптайм, время бесперебойной работы сервера соответствует заявленным. Итак, приступим к покупке VPS-хостинга. Переходим на сайт Time4 VPS в европейской зоне. Изучаем прайс. Первая колонка. Стоимость от 0,99 евро в месяц. Нам предоставляют одноядерный процессор с частотой 2,4 ГГц. Оперативной памятью 512 МБ. Объемом жесткого диска 20 гигабайт. Примерная стоимость в год 11,9 евро, что составляет по курсу 63 рублей 748 рублей в год. Для сравнения, у одного из не очень дорогих, но стабильных хостеров есть такой хостер, расположенный по адресу ihc.ru. Переходим на вкладку Linux VPS. Видим представленную линейку тарифов с параметрами серверов. Стоимость начинается от 250 рублей. Перейдем по ссылке. Итак, стоимость в месяц 300 рублей. Данным параметром регулируется объем дискового пространства. Процессор 1 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти. Выделенный IP-адрес, каждый дополнительный 100 рублей в месяц. IPv4 адрес за 10 рублей в месяц. Трафик не ограничен. Нам предоставляют на 3 дня тестовый период. Стоимость в месяц примерно 5 евро или 5 долларов. При оплате за год стоимость 3000 рублей. Вернемся обратно на сайт Time4 VPS. Мы рекомендуем для нераскрученных площадок, если вы только начинаете работать в онлайне, брать тариф за 2,99 евро в месяц. В год составляет 2260 рублей. По курсу 63 рубля. Давайте посмотрим. Здесь представлен период оплаты за квартал, за год, за 2 года. Максимальная скидка 25% при оплате за 2 года. При оплате поквартально стоимость намного выше. При оплате за 2 года при стоимости 2,99 евро в месяц нам предлагают одноядерный процессор с частотой 2,4 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти. Трафик 10 терабайт на 100 мегабитном порту. Также нам предлагают за дополнительную плату заказать бэкап ежедневный или еженедельный. Это является опционально. Для проведения сравнения вернемся на сайт ihc.ru. Найдем
тариф с аналогичными параметрами сервера. Цена будет составлять 435 рублей. В год будет составлять 4350 рублей. При оплате за 2 года на Time for VPS стоимость составит примерно 4520 рублей. Как видите, разница очень большая. Переходим к заказу хостинга. Справа представлена стоимость хостинга в евро. Нам предлагают дополнительный IP-адрес за дополнительную плату и ежедневные и еженедельные бэкапы. Мы вам не рекомендуем переплачивать. Есть бесплатные способы настроить резервные копии. В следующих сериях мы вам о них расскажем. Нажмем «Продолжить». Здесь представлены способы оплаты: кредитной картой, PayPal, Bitcoin, WebMoney, банк трансфер. Если вы уже являетесь зарегистрированным клиентом, вы можете переключиться на соответствующий тап. Если же вы не зарегистрированы, необходимо заполнить требуемые поля: тип аккаунта, частное лицо или организация, имя, фамилия, пароль, подтверждение пароля, ваш e-mail адрес, адрес по прописке, город, область или край, почтовый индекс, указать вашу страну, ввести номер мобильного телефона в международном формате. Также вы можете указать, откуда вы узнали о данном хостинге. Также вы можете настроить двухфакторную идентификацию, которая настраивается с помощью приложения Google, подтвердить, что вы не являетесь скриптом или роботом, ввести дополнительную информацию, согласиться с условиями предоставления сервиса. Переходим далее. Необходимо подтвердить оплату. Здесь представлены способы оплаты. Мы выбираем кредитную карту. Необходимо ввести тип карты, ее номер, срок окончания, ввести код на обратной стороне карты. Оплата прошла успешно. Мы изменили наш первоначальный заказ на месячный тариф. Переходим в My Service, VPS и видим в списке новый подключенный VPS. После оформления заказа необходимо подождать около 15 минут для его активации. После этого мы можем установить операционную систему. Выбирайте из списка операционную систему для установки. Мы вам будем показывать на примере Debian 8. Вы также можете использовать Ubuntu. Никакой принципиальной разницы при настройке не будет. Мы выбираем операционную систему Debian 8. 64 бита. Соглашаемся с удалением всех данных. Нажимаем «Продолжить». Примерное время ожидания установки 5 минут. Для просмотра результатов установки нажимаем на «Installation Results». В данный момент операционная система еще не установлена. После того, как операционная система установлена, нам необходимо с помощью SSH по IP-адресу подключиться к серверу. Мы для этого будем использовать стандартный Linux-терминал. Для Windows можно использовать утилиту PuTTY. В описании к этому ролику внизу указана ссылка. Итак, копируем IP-адрес, пишем логин, собачка, имя хоста. Нас спрашивают, хотим ли мы продолжить подключение, пишем «Yes». Это требуется только при первом подключении.
Копируем пароль, вставляем. И вот мы подключились к нашему виртуальному серверу. Пишем команду hostname. Видим наименование хоста. Имя хоста совпадает с именем в административной части сайта Time4VPS. На этом установка операционной системы Debian 8 на виртуальный сервер закончена. В следующей части мы будем настраивать сервер в качестве веб-сервера. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии. До новых встреч!